Лидия Андреевна Русланова. Она родилась в 1900 году в Саратовской губернии, стала знаменитой исполнительницей русских народных песен. На ее глазах пронеслась вся жизнь, вся история нашего Отечества, и большой вклад она внесла в победу Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Она была одна из участниц фронтовой концертной бригады, которые давали концерты прямо на передовой. Из ее репертуара любимой песней фронтовиков стала песня «Валенки». И из своих собственных средств Лидия Андреевна покупала «Катюшу» и ту самую установку «Катюшу» и сдавала ее в фронт.